В праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 80 тысяч люберчан. Мероприятие прошло во всех городских поселениях округа. А ровно в 22 часа небо Люберец озарил салют. Праздничные концерты прошли на всех главных площадках округа. В парке Наташинские пруды в честь победителей звучали песни военных лет. Спасибо дедушкам, бабушкам, прадедушкам, прабабушкам. Кто мы вообще есть на земле. Праздник самый главный вообще для нас, для всех. Наши дедушки воевали, да? Мы все помним, очень гордимся ими. Сегодня весь день мы танцуем. Да. Под дождь даже попали. Радуемся. Первый салют в годы Великой Отечественной войны состоялся в Москве 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода. Решение о его проведении принял верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Самым грандиозным салютом стал салют Победы 9 мая 1945 года. Тысячу орудий 30 артиллерийскими залпами возвестили миру о том, что война окончилась. Враг побежден, победа за нами. Самый лучший праздник, прекрасный праздник. Гордимся. С Днем Победы! Ура! В честь 77-летия Великой Победы во многих российских городах прогремит праздничный салют. И люберцы не будут исключением. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.